Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографии. Аксель Эндер, норвежский художник, скульптор, известный прежде всего своей живописью в бытовом жанре. Я пользуюсь перевод на Википедии. Родился в фермерской семье Аскери, Норвегия, 14 сентября 1853 года. Начал свое обучение искусству с 1867 по 1871 у скульптора Юлиуса Мидельтунна в Королевской школе рисования. Позже он посещал Шведскую Королевскую академию художеств и Академию изящных искусств в Мюнхене при финансовой поддержке короля Карла IV. Совершил ознакомительные поездки в Мюнхен и Париж. Его самым заметным проектом стала бронзовая скульптура Педера Торденшельда, вице-адмирала Королевского датско-норвежского флота. Его заказ на статую стал результатом крупного художественного конкурса. Эндер трудился 10 лет с 1891 по 1901, чтобы завершить скульптуру, которая сейчас стоит на площади в Осло. За законченную работу Эндер стал рыцарем Норвежского королевского ордена Святого Олафа. Его картины часто относились к категории романтического национализма. Многие из его ранних работ были выставлены в Музее искусств Кристиани. Алтари его работ можно увидеть в различных церквях. Алтарь, который он спроектировал для бывшего собора Молде, Мир оф Ромсдалле, был сохранен и стоит сегодня у северной стены новой базилики, построенной в 1957 году. Умер Аксель Эндер 10 сентября 1920 года в возрасте 66 лет. Вот так вкратце из переводной Википедии о норвежском художнике и скульпторе, который был известен прежде всего своей живописью в бытовом жанре, Аксель Эндер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Thank you.